Итак, всем привет. Сегодня мы вот такую куклу Жасмин, которую я вам обещал в том... Ну, обещал, короче. И давайте ее покажу коробку сначала, а потом покажу. Вот, Раджа, ее тигр, Жасмин. Потом тут есть вот так, Жасмин. Ну, короче, вот. Вот такие вот идут. Кто помнит, как этот город называется? Аладдина. Да, буду есть. Ну, тигра тут не будет. Тут три... Ой, тут шесть кукол всего. Принцесса, лягушка, потом компончик, Бэй. Аладдина тут не будет. Тут пока нет. Потом Дасмин, Ариэль, Мусульман Ариэль. И Золушка. И Хагва. Вот. Да, от Хагва. С таким вот. Можно заметить. Так, так, я. Такая вот бумажка. А, понимаю, и бумажка тоже. Вот так вот сказал Путин. Ляпнул он. У меня руки ноги не сгибаются, а посадить ее можно. Вот так вот они. У меня юбка снимается. Я сделал так, как мультики. Вот. Вот, посмотри. Вот как у нее тут мультики сделаны. Это снимается, она была пришита в голове. Вот так я сделал. Вот давайте мы ставим ей назад. Это кукла 2017 года с написанной, не, ну супер. А так, да, она 17 года, а так, да, 17, а так ее делали, знаете, когда? В 20 году, 12, 1 12 это декабря делали. Ее, давайте сравним с вами вот такой вот Ариэль. У меня чуть потоньше юбка, а у меня посветлее. Вот такая вот кукла Ариэль, и вот такая вот кукла Жасмин. Я вам показал такую заснимку тоже. У нее твердая голова. Помните, я вам показал куклу Сашу? У него хоть это, мягкая такая, мягкая, самая мягкая голова из кукол. Вот такая кукла, все. Я вам показал, вот когда буду показывать вам по фильму, я видел там, да, подается, они тоже отказывают, подается на Озоне. У нее кричат, там музыка на груди так нажимается, там она что-то поет. Вот, все. Все, всем пока. Пока, подписывайтесь, ставьте лайки.